Здравствуйте! Мы начинаем цикл тренингов для врачей первичного звена, посвященных туберкулезу. Надо сказать, что реформа здравоохранения накладывает очень большую обязанность, очень многочисленные обязанности на семейного врача. И одной из этих обязанностей является выявление и ведение случаев туберкулеза. Наши тренинги созданы для того, чтобы помочь разобраться в сложных вопросах туберкулеза семейному врачу. Мы попытаемся не вникать в детали, а дать информацию, которая не имеет практическую направленность, необходима в работе. Наш цикл состоит из очень коротких видеолекций, достаточно объемных презентаций, которые можно изучить после видеолекции. Мы также подобрали клинические случаи туберкулеза, которые будет интересно рассмотреть семейному врачу. Наш тренинг состоит из 5 модулей. После каждого модуля мы предложим вам небольшие задания, по решению которых вы получите то или иное количество баллов. Те участники, которые по результатам 5 модулей наберут более 80% правильных ответов, получат сертификат о прохождении тренинга по туберкулезу. Тренинги постоянно доступны онлайн. Вы можете остановиться в любом месте, вернуться к предыдущему